языческих времен на Руси принято лепить из снега. Житель нашего города поддержал эту традицию и украсил территорию возле своего дома забавными фигурами. На улице Паровозной возник городок из снежных скульптур. Прохожие с удовольствием останавливаются и рассматривают их. По китайскому гороскопу следующий год пройдет под знаком свиньи, и эта скульптура занимает центральное место. Дети проходят, взрослые, кто повзрослее, вроде бы фотографируются, вроде говорят, красиво. Ребятне скульптуры доставляют удовольствие. У них есть свои любимые персонажи. Мне нравится собака, филин и свинка. Огромное спасибо, то, что украсил двор. Теперь это будет очень красиво.